здесь я самым ранним утром я мою столы. Привожу себя в порядок, потом помою столы. Потом занимаюсь своим любимым делом – вязанием. Животные есть, и мушки есть. Это ваши друзья? Да. А как да. ее зовут? Шаманка. Шаманка. Она бычок? Вона дрімала, а тоді испугалась. А у вас двое? Там мене троє. А троє? Да. Заходите. Это моя работа, это я вяжу. А это я пряду шерсть. Україну. Повернувся до підрозділу? Так. Не закінчив. Вона вже настроєна. А новості, як коли так це тут, ну, дуже рідко я новості слухаю, щоб не розстраювати себе. Ну, віра і офімій форті позитив, і форті браво. Карджарі, оперуади, і кенстаїч, саокомодат. Кісті позвоспун господарєшті, мемо. Приєшті. Мишет чор, екарі грижаді анімалі, няжоти шпіной. Іферіті кісті і батареї. Ам пропуз за новорот. Новорот аштепте з терміні ситуація один цара вечіни. Живу с надеждой, что оно все равно должно закончиться. Волонтеры ко мне ходят, мы очень хорошо с ними сдружились. И до сих пор они говорят, что надо бы, зима идет, и как-то... Ну, будем смотреть, как это все произойдет. Вы не хотите? Нет, я согласия не даю, а силой они меня никуда не определяют. А согласия я не даю. Это все мне волонтеры понаносили. Гуманитарка. И эту гуманитарка. И все волонтеры понаносили. Иди, моя масенькая, хорошенькая. Иди. Если мы расстанемся, будет память. Чувство дома, конечно, я потеряла. Нет. Чувства дома нет. Но стараюсь его сохранить в душе. Мысленно. О детях, о всех. Думаю. Домой хочу, очень. Мальчики спрашивают, ну там же будет попелище, куда можно вернуться? А у меня сразу мысля пришла, ну что ж, пепел разгорну, цветочки насажу, и сколько мне тут же жить осталось?